Привет, друзья! Сегодня мы готовим вкусный и простой салат. Для этого салата понадобится всего-то несколько ингредиентов, но результат вас очень удивит. Нам понадобится куриное отварное филе, также зеленый горошек, баночка целого зеленого горошка. И возьмем еще свежий огурец. Заправку мы сделаем из растительного масла, добавим туда сок лимона и немножко-немножко горчицы. Это будет пикантная такая заправка. Это будет вкусно и просто. Ну что, поехали. Для салата нам понадобится лаваш, зелень, отварное куриное филе, зеленый горошек, лимон, горчица, растительное масло и огурец свежий. Давайте приступим. Первым делом мы распаковываем лаваш. Берем тарелочку, на которую мы будем подавать. И вырезаем круг. Вырезали круг. Далее мы берем формочку, любую для запекания. Формуем вот такую вот корзиночку. И ставим в духовку температуру 180, примерно на 3-4 минуты. Погнали. Пока у нас лаваш запекается, мы нарежем салатик. Берем куриное филе. И нарезаем соломочкой, такой толстенькой. Вот примерно так. И все это скидываем сразу в миску большую. Кстати, приготовьте этот салат дома. И удивите своих гостей или близких. Мне кажется, им очень понравится. И они будут постоянно просить вас приготовить этот салат для них. Ну а что здесь? Простые продукты. Это куриное филе, которое все любят. В принципе. А еще оно отварное, оно также полезно. Зеленый горошек и, конечно же, огурец. Как же без огурца? Куриное филе мы нарезали. Далее мы нарезаем огурец. Огурец будем, в принципе, резать так же, как мы нарезали куриное филе. Надо же изменять нарезку. Не всегда же резать просто кружочками или квадратиками. Если нарезано красиво. И кушать, конечно же, аппетитнее. Ну, а такая нарезка, мне кажется, неплохо смотрится. Огурец мы нарезали. Далее мы делаем заправку. Берем растительное масло. Достаточно будет. Также лимон. Можно использовать сок лимона, как мы и делаем. Но есть, продаются просто уже готовый сок. Так, и понадобится немножко прям горчички добавим. Это все хорошенько сейчас перемешиваем. И, конечно, чуть не забыл, добавим еще соли, куда же без нее. Ну и также посолим потом еще салат. Хорошенько перемешиваем. Вот такая вот заправка у нас получилась. Так, оставляем ее пока в сторонку. Далее мы нарезаем зелень. Мелко-мелко добавляем это все в салат сразу. Далее берем салатик, добавляем туда зеленый горошек, соль. Берем нашу тарелочку. Также у нас лаваш уже готов. Берем корзиночку из лаваша. Посмотрите, какая красивая. Просто слов нет. Берем заправку и заправляем салатик. Хорошенько все перемешиваем. И выгружаем все в нашу корзиночку из лаваша. Смотрите, какая красота. Просто превосходно. Также у нас осталось немножко заправки. Польем ее сверху. Вкусный салат в корзиночке из лаваша готов. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом в соцсетях со своими друзьями, также пишите ваши комментарии. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка будет в описании под видео. Приятного вам аппетита! Выглядит чудесно, смотрите, какая корзиночка на праздничный стол, да и на любой праздник. Превосходно!
гости ваши будут удивлены. Так, давайте будем пробовать. Я вам скажу, это очень вкусно. Ну как же не может быть вкусно, когда здесь собрано все такие вкусные, простые ингредиенты. Пока, друзья!